Друзья мои, всем привет! Вы на канале Foxtail, с вами Катерина. Давайте сегодня поиграем в игру Man Eater. Нам здесь предлагают перевоплотиться в акулу и немножечко поохотиться на людей. Обещают, что будет интересно, кровожадно и кровавенько. Все как мы любим. Погнали! Между тем, на борту королевы Катшуна... Вот так сильный мужик, а! А вас двое. Известный другим рыбакам по прозвищу Большой Пит. Папаша мой на акул охотился, как я. Оно в крови. Будь в этом деле кто получше меня, ваши братья за ним бы хвостом ходило. Про акул люди всякую чушь себе думают. Ученые вот говорят, мол, надо с акулами сосуществовать. А как с акулой сосуществовать-то? Акула, она ведь только одного хочет. Убить тебя, сожрать, переварить да высрать. Я свое дело считаю, так скажем, священным долгом. Убивать их, сколько могу. Жаль, в сутках всего 24 часа. Бою Фаунтик замечена акула. Сообщается о нескольких погибших. Узнать акулу можно по торчащему у нее в левом боку. Эш, как у него ожирение. Сразу видно. Опытный мужик. Погнали. Он говорит, акулу будем охотиться. Главное что? Главное, чтобы он не охотился на меня. Потому что я новичок в подводном мире. Мне... Симпатично-то как. Это взрослая акула-бык. Быстрая, свирепая и в буквальном смысле вооруженная до зубов. Здесь, в заливе, она почти ничего не боится. Ну давай, сохрани. Я не знаю, что ты мне там пытался сохранить. Какие-то инвентаризации. Чудо, сотворенное из сплошных мышц, уверенно движется по водному миру. Практически Николай Дроздов. В мире акулов. Съесть. Нажмите или удерживайте, чтобы укусить. Нажмите укусить несколько раз, чтобы съесть. А я могу ускоряться? Отлично. Так, сколько здесь моей еды? Черепаха, окунь. Ага, есть, я поняла. Хрена себе! Так, а что дальше делать? Взмах хвоста. Вы можете использовать взмах хвоста, чтобы отбросить, оглушить цель. Понятненько. Так, пока я так понимаю, это у нас типа обучение. Как есть, меня научили. То есть один раз схватить, много раз жму. Дайте немного урагана, сотрясение сделаю. Много раз жму, я жру. Во, видишь? Дорада. Вкусная рыба, дорада. Бреющий полет. На обычной скорости подплывите к поверхности, чтобы перейти в бреющий полет. При бреющем полете вы скользите по поверхности воды, преследуя добычу. Ты заметил, что вот смотри, окунь, у него тут какие-то желтые капельки. Рыба-попугай, вот какая-то вот эта спиралька, макарошка, да? А, вот, черепаха, кристальчики. Это почему? Это типа их нет. Дорада тоже с этим. Я не знаю. Их вид? Наверное, это как бы их вид. Окей, поплыли. Я поняла, что мне надо куда-то плыть. Атакуйте решетку, чтобы сбежать. Так, пустите, пожалуйста. Сейчас мамка вам покажет, как атаковать веревку. Ворота открываются. Никакой аквариум не удержит всю мою мощь. Блин, а реально так красиво. Погоди. А мы наверх как... Ёпрасоте, тут столько всего завалено. Вот это грузы люди потеряли. Так, а... Акулий плавник напоминает человеку, что океан остается дикой, неукрощенной территорией. Подожди, цепь погружения. Я тут пока осматриваю, у меня пока эти мысли, знаешь, так же плавают, как акула в моей голове. Во время бреющего полета можно прыгнуть в воздух, чтобы достать противника над водой. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть во время бреющего полета. На цепь погрузиться. На рэ, что такое? О! И цвет поменялся. Ага, быстро погрузился. Так, а бреющий полет? Пугуана, не пугайте меня. Как это бреющий полет? Это я вот так плыву, 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 а потом ух, вот так? А, это два раза в воздухе типа могу, понятно. Вот так плыву, разов прыгаю, еще раз. Щех ты. Допустим, допустим, да хоть сожрусь кого-нибудь. Прервать бреющий полет можно погрузить. А это я умею.
Я уже научился погружаться, вы мне подсказали. Стремляется в глубины океана. Моментально набрать скорость можно, если сделать выпад в направлении цели. Для поддержания максимальной скорости зажмите выпад. Акула-бык развивает поразительную для крупного морского хищника скорость. Видала мою скорость? Корабли, корабли! Яхты плавают тут. Ну-ка, давай упадем. А что мне надо? Выпад. Это я все сделала. Ой-ой-ой, люди. Стой, тихо. Сделайте выпад вверх для направления поверхности. Выскакивающая из воды акула. Редкая и сжигающая много калорий зрелище. Так, ну да, я поняла. Я бы пока это все управление. Ты знаешь, ты когда рождаешься, тебе ноги целых две даны. Но ты что же не сразу ими умеешь управлять? Подожди. А что я неправильно сделаю? А, ну это просто подпрыгивать. Окей, я поняла. А можно я человечка какого-нибудь сожру? Вон, пойдем яхтсмена заяхтим. Наведясь, прочитала хреновасю. Зажми и это, и нажми, чтобы выполнить хвостовой выстрел. Так, ну мне только на окунях получается тренироваться. Ну пойдем хвостовые выстрелы делать. Нажми вот это вот. А еще разок, прости, мужик. Чуть у меня не получается хвостовой выстрел. Так, есть один. Улетел. Улетела дурная рыба. Говорит, ну что же ловлю, все же нормально было. Что-то психиатра, заберите акулу. Выполнен. Уроки плавания. Ужас мексиканского залива. Убейте пляжников. Да я доем рыбу попугая. Ух ты. Несмотря на то, что рыбы и попугаи в основном едят водоросли, они считаются всеядными. Тюлень 10 уровня, черепаха 10 уровня. Это уровни или что? Давай выплывем. Так, нам надо пойти бедных этих отдыхающих завалить. Что-то лодки плавали, а сейчас ни одной лодки нет. Ну пойдем, вон вижу пляжик. Значит, говорит, приехали мы в Турцию как-то отдыхать. Отель 10 из 10. Мишлен 5 из 5. Пляж великолепный белый. Ну акула. Акула какая-то подлюка такая. Второуровневая. Вселяйте ужас на пляже. Пожирайте людей, уничтожайте лодки. Так нету лодок. Я вроде видела, а потом они исчезли. Давай мы спрячемся. Ой, плаваю я, плаваю на давно единорог. Рок. Не, давай потихоньку подплывем вот к далекому. А потому что знаешь почему? Если я сейчас сразу начну нападать, они же все побегут на сушу. А я вот... О! А я могу с ним нырнуть? Нет. А как его захватить? Человечек, тебе как в мою пасть? Едят моллюсков, рыбу и тюлень. Да. И человек совсем не едим. Обсуждается гораздо реже. Я тебе ускорение придала в сторону пляжа. Опа. Неплохо. Так, двоих я убил. Ну, пойдем наведем тогда шороху на этим. Прям давай бреющий пойдем. Ну, воздушных змеев запускать. Я тут... Воздушных людей запускаю. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Да. Ой, кто такой толстенький у меня? Кто у меня здесь такой? Ой, сколько вас. Дайте я поднырну. Уйди, проклятая. Слышали же летом, вон мужики на пляже швабрами акулу прогоняли. Ты куда ползешь? Тебе брюшко не мешает? А я и здесь могу, прикинь. Вот это эволюция, бесполезная для вас штука, а для меня даже очень. Последняя, куда ты убежал, мужик? Ну ты что, мы же с тобой нормально играли. Следует подчеркнуть, что подобная целенаправленная агрессивность так весьма необычна для акул. Это вообще не, мне не свойственно. Большой Пит посылает за вами охотников. Входим на дно. Акуле надо на по носу хорошенько съездить. Стукни-ка я, просмотр заданий. А я вижу, А ты меня не видишь, а я тебя вижу. А-ла-ла-ла-ла. Охотник-дайвер! Вместо над водой, например, на палубы лодок, можно попасть в прыжок в воздух. Выпрыгивайте из воды, хватайте людей на лодках. Нажмите, находясь в воздухе, для ускорения.
Вооруженные люди охотятся на вас с лазерными прицелами. Попав на мушку, используйте уклонение, пока не выполнен захват цели. Чтобы уйти из-под прицела, сбежать... Ага, Q и E, чтобы уклониться. Используйте внимание на угрозу. Чтобы направить внимание на врагов поблизости, нажмите F. А это типа таргета, да? Я поняла. Нет, мужики, я вот ухожу, ухожу. А тебя я сожру. Опа, опа. Так, стоп. Давай попробуем... Опа. Так, а как вам в лодку? Пацаны, пустите, пожалуйста, а пожрать. Нельзя, ну нельзя стрелять. Ну я правомерная акула. У меня есть лицензия на отлов людей. Ты че меня бьешь-то прикладом? Ты что, дурная, что ли, баба какая-то меня прикладом бьет? Ты ненормальная, что ли? Незаконно это. Ты сдохнешь там? Ты что упала-то? Где ты? Вообще не похож на охотника. Одна из трех? А, вон охотник барахтается. Я охотник, я бум-бум. Ты как будто, знаешь, сбежала из мультика Валли. А где еще? У вас там никого не осталось? Нет. А, вон еще плывут. Ну-ка, давай попробуем бреющий полет. Пацаны, у меня так и получается летать неплохо. И нету дайвера. А чё я не прыгнула? Я вот прыгнула. Есть. Куда ты уплываешь? Не надо, подожди. У тебя такие ребрышки вкусные. Я все время забываю, сколько у людей ребер. Я ухожу, ухожу из-под огня. Вот. Не помню, сколько ребер. Сейчас вот, одного схватим и просчитаем. Не-не-не-не. Пацаны. Видел, как я крутить смогу? Да подожди, уйди по дну. Я немножко что-то у меня... Ага, вот вижу охотника-дайвера. Ой-ой-ой-ой-ой, кто там жалуется? Мамке звонит со дна морского. Мама, я на дне. Тут стучатся. С того света, говорят, мне пора. Где лодка? Ага, есть, неплохо. Так, я тебе там твоего промазала немножко. Сейчас, подожди, я сейчас скорость наберу. Меня тут с другой стороны еще стреляет. Уходим, уходим. Охотник. Это не охотник. Это не задачливый туристик. Ну просто знаешь, что когда вот все под одну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не надо, отпусти меня. Да подожди. Не надо меня стрелять. Я... Видишь, что у меня жизни не особо кончаются. Это потому что обучение я прохожу. А была бы, наверное, обычная битва. Меня бы уже нахандохали. Опа, есть один попался в моей сети любви и акули. Я практически золотая рыбка. Мужики, у кого есть желание? Кто там хотел с мертвыми родными увидеть? Кто на спиритический сеанс? Я вам сейчас прямой проходкой на тот свет отправлю. Можно вас как-то вот лодку разрушить? Плаваете. Я вообще добросовестная акула. Зла не хотела. Просто вот эти моторные ваши лодки булк-булк-булк-булк-булк-булк-булк-булк-булк журчат моторчиками. А я что, я спать хотела? Я вообще в спячку впала. Почему? Я же нажала прыгнуть. Блин, скотина. Давай быстренько. Да ты, вы скоро там все попрыгаете с лодок? Может, вы просто прогоняете? Мне так проще будет. Где она? Вот, блин, промазала. Сейчас. Сейчас все будет. Пацаны, смотрите. Да не уводите лодку, говорю. Я же вам синхронные прыжки показываю. Ля-ля-ля. Все, все на... Где он? Иди сюда. Куда? О, ты так погляди. Да чего хороша ты, а? Че, я красотка, да. Я нормальная. Я всех разметелила в воздухе. Бум-бум-бум. Ребята, да мне нужно показать. Не было такого. Большой Пит поймал меня. Не, надо меня на палубу тащить, я там дышать не смогу. А что они со мной хотят сделать? Они съесть меня хотят. Знаешь, говорят, печень акулы очень полезная и дорогостоящая. Большой Пит оценивает сегодняшний улов. Не надо меня оценивать. Понавтыкали все как хрени. Ну да,
Это моего папаши утюг. Папка, я твоя вертел на хвосте туда. Не та, которую я. Я не та, гражданин начальник, ты ошибся, обшибся, это не я. Почем знаю? Больно она мелкая. Не тянет на мегалодона. За мегалодоном охотится. Тебе бы еще мубидика. Зачем же ты мне брюхо вспарываешь, падла такая? Я беременна. Отпусти ребенка, скотина. Он тебе ничего не сделал. Эй, зачем вы это сделали? Значит, я ее узнаю, как увижу. Ты понял? Ты понял? Он меня отпустит, чтобы я выросла, и у нас будет убить Билла. Я буду мстить ему. Я ему руку откусила. Дрожка акула показывает, что так, у нее есть инстинкт. Мужик, у меня руку откусил. Такой, ты стал все нормально по плечи. Ты отстань, ты видел, пацан молодой, ты руку отпустил. Ты нормально, мужик, нормально. Кровище хлещет, рука отлетела ему по плечику, типа, держись давай, ну рука, рукой больше, рукой меньше, подумаешь там, да. Нифига себе, как-то он подкармливает акулу. Я поняла, я так думаю, что мы будем маленьким акуленком, он не зря нас пометил, не зря мы акули Гарри Поттер. И мы будем расти, судя по скриншотам, которые я видел, там я маленькая была. Мы вырастем и потом начнем на него охоту, мстить за мамку. За мамку мстить не грех, мы должны ее ну вообще мне нравится пока начало. Дурачок такой. О, я говорю, рука. Мы маленькие, но сильные. Так, и вход выполнен. И рыба, фунт плоти, съешьте руку Питу. Это бы запросто. Охотник однажды сказал, что животное, попробовавшее человеческую плоть, забывает назначенную ему природой добычу и устремляется на поиски самой опасной дичи. Да это бред, это из разряда, если собаку укусил человек, то все, она почувствовала запах человечный и будет жрать только людей. Ну, это все ничего подобного. А это вот что такое R? Это типа как локатор какого-то. Посетите грот Байу Фаунтик. Поплыли. Бамбалейла, бамбалейла. А вот окуня мы сейчас немножечко сожрем. Мне же надо как-то расти. А как туда плыть-то? Я правильно плыву? Окунь, мужик, слушайте, я не местная. Прикинь, меня в какое-то озеро закинули. Сложная комбинация органов чувств делает акулу прекрасным охотником. Да. Плавали здесь, значит, тортила, чебутила и немножечко гуппи. Это что такое? А тут я такая хищника. Бляха-муха, это бомба. Это стопудово бомба, я подзорвусь. Случайные мутации далеко не случайны. Им требуется схрон с питательными веществами. В схронах много питательных веществ, в том числе и мутагена. Так что прислушивайтесь к их звуку. Нажмите L для просмотра журнала. О, улучшенный локатор. Вот, а, я говорю, на рыбках разные штучки были. Знаете, джамбалайла. Найди баунтик фуд, грот, регуляция численности, охота подростковой. Это сюжетка. А это что? Это пока, наверное, все у меня закрыто, да? Ага, карта. Это я. Это мне надо развернуться и сюда приплыть. Окей. Это что? Журнал. Дурная слава. Очки дурной славы. Чтобы набирать очки дурной славы, топите лодки охотников за головами. Когда индикатор будет заполнен, появится вожак охотников. Так вот, мне их всех надо, значит, заколбасить, чтобы... На мадам. Ну, не с вашими габаритами лодку шатать. Вот, смотри, это опыт. Я первый уровень, у меня все закрыто. Господи, куда меня закинули, а? Я же мог стать каким-то пресноводным. Я правильно плыву? По-моему, правильно плыву. Так. А где значок-то? Баунти Фаунти. Подожди. А, ну все верно, подожди, сейчас это, доплывем, сомик. То есть у нас поначалу было обучение, нас научили, как питаться, как хвостом шевеляться. А теперь мы полноценные рыбёхи и должны немножечко... Локатор какой-то. Ну-ка, нырни. Немножечко сами выживать. Сейчас я поохочусь. А мне опыт же идет. Да, у меня прибавляется. Ну, что-то так помалу прибавляется.
Ё-моё, это что за инсталляция? А, мне прям туда? Ну, пойдем. Вот что значит сбрасывать вредные охоты в океаны. Акула возвращается в грот, чтобы сосредоточиться. Находясь в гроте, нажмите И, чтобы открыть панель эволюции. Грот, убежище, доступнее сохранение, быстрое перемещение. Что-то еще, ну как так можно быстро листать? Эволюцию. Во. Так, это что? Тело стало открыто. Ну давай. Намерение природы. Установите новую эволюцию улучшенного эхолокатора. А где это? Подожди, я хочу тело посмотреть. 8000 хреновин. Тигровое тело. О, прикольно. Питательные вещества. Это ресурсы, получаемые при поедании фауны и людей. Поэтому не надо говорить, что игра жестокая. Тут необходимо. Поэтому я отыгрываю роль жестокой кровожадной акулы. Уничтожение лоток и выполнение заданий. Питательные вещества повышают ваш уровень и позволяют усовершенствовать ваши эволюции. Эволюция – это мутация, дарующая удивительные способности вроде костяной брони, ядовитых желез и биоэлектрических органов. Вы получаете эволюцию, повышая рейтинг дурной славы, выполняя задания по важным объектам, убивая суперхищников. Для применения эволюции вернитесь в грот и нажмите «И». Можно тратить питательные вещества, чтобы усовершенствовать. Ясно, понятно. А тело, что, у меня теперь такое останется? О. Улучшенный эхолокатор. Так я не пойму. У меня красные вот эти штучки. У меня же их всего 400. А тело осталось. А как так? А, я его могу за 8000 усовершенствовать. Ясно, понятно. А у меня это есть. Я могу усовершенствовать. Но у меня не хватает вот этих макарошек. Ну, допустим. Ладненько. А как эти макарошечки добывать? Так, это назад. Выйдем. Да? Эта акула использует для поиска добычи биологическую эхолокацию, более характерную для китов и дельфинов. А здесь есть что-нибудь? Здесь ничего нет. Это типа моя акулья берлога, правильно? Окей, давай всплывем на поверхность. Я знаю, что хочу посмотреть. У меня получается переключать отслеживание заданий можно в журнале. Для просмотра нажми L. Дела щучьи. Уничтожить цель. Пройти баунти фаунтин. Регуляция чистой численности. Сомовая. Бить 10 сомов. Вот, давай возьмем отслеживать квест. На Т поставим. Ага, хорошо. Вон, ой, сомики далеко. А что это такое светится? Это что такое за хрена? А я могу это как-то? Ой, 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 я же, наверное, задохнусь. Чё там собачник? Хищника на исходе. Соберите все автомобильные номера, разбросанные в каждом регионе для получения наград. Спасибо, конечно, чуть не сдохла. Я ж так испугалась, если честно, что мне это на... Я ж вижу, как кончается полосочка. Ой, самые мы. А вы самый, а мы не самый. А вы... я вас сейчас съем. Черепахи, не это. Вы не нужны. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Сон. Вот это я расхреначился. Вот это ты даешь, мать. Вот это ты жрать готова. Давай 10 самов убьем. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Следующий пошел. Сражение с фауной. Фауна, но может быть враждебной к вам, поэтому уклоняйтесь, чтобы избегать атак. Когда представитель фауны светится, он уязвим. Атакуйте, когда враг уязвим, чтобы оглушить его. Нажмите QE для уклонения. Чтобы удерживать сопротивляющуюся добычу, если вы одного с ней размера или крупнее, примените трепку, когда добыча уязвима. Удерживайте бла-бла-бла с добычей во рту, затем продвигайте, чтобы выполнить трепку. Внимание на угрозу, подожди. Ёпа-мать! Какой нахер аллигатор 8 уровня? Я не в те воды заплыла. Пацаны, я поняла, я попуталась. Простите, ваши самы, вам их жрать. Да почему они не отстают-то?
Я-то думал, ты, бляха-муха, отстал. Ты посмотри, что творят, а. Ты посмотри, какие злые аллигаторы. Восьмой уровень. Мне кажется, он бы меня просто ом-ом. Да знаешь, какие этих аллигаторы на самом деле. Я видела, что красным. Вон желтенькое появляется, да? Ага. Аллигаторы-то сильнее акул. Если будет битва акулы и аллигатора, я ставлю на аллигатора. Не надо там... Я парочку самов у вас отожму. Но мне надо по квесту, пацаны. А где ж мне самов-то искать-то? Вот сом, вот сом. Вы что в дебри-то забрались? Куда я пошла? А я в воде? Я в воде? Вроде я в воде, хорошо. А хорошо, я немножечко... Ах! Ёб твою же мать! Уйди нахер! Ой, ёпа мама! Ой, кого я тут только не вижу! На кого я только тут не пытаюсь... Ё-моё, это хищные воды! Я не понимаю. А как мне их убить, эти 10 самов, если здесь просто охрана встает, блин, рано? Она повсюду. Какой-то щука-мастодон. А, ну он первого уровня. Чего я так испугался? Он просто красным засветился. Иди сюда. О, еще какой-то аллигатор. Видал? Я трясла экран, и он немножечко у меня этот... затрепался. Мне прям вообще кайфую от этой игры, если честно, мне она нравится. Но мне не нравится, что меня... Он меня видит? Я не понимаю радиус агра его. Так, и здесь аллигатор. А есть где-нибудь безопасное сомье царство? Во-во-во-во-во. Во-во-во. А так ты не... Ты не... Да ты нахрена ты мне нужен? Мне именно сом нужен. Так, стоп. Щука-мастодонт, окунь. Не надо там пропасть на меня разывать. Я уж проплываю мимо, все. И отстаньте от меня. Я только на самов. Чисто самовская я вещь. Куда? Почему мимо? Почему мимо? Сом, 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 сом. Сом, сом, сом. Сом, сом, вот. Ой, еще один сом. Третьего уровня. Думаете, я его сожру? Да как мне хрен делать? Не уплывай. Меня прям расхерачило. Почему я уже... Я убила еще два сама. Почему только три обозначилось? А что там 276 расстояния? Так. Вот это я? Вот сюда мне надо? Ага. Понятно. Подожди. Я как бы там плавала. Мне там... Внимание на угрозу. Я не хочу внимания быть на угрозе. Я хочу просто сама поймать, его сожрать, квест выполнить. И никаких аллигаторов не щекотать по их нервам. Они же плачут. Понимаешь, зачем аллигаторам лишний раз трепать нервики? Они потом реветь будут, когда добычу убивают. Ну надо, не надо. Так, я вижу, что здесь много самов. Но я, знаешь... Я не знаю, как мне здесь их убивать. Угу. Надо просто быстрее быть аллигатором. Вот и все. Понимаешь? Пофигу. Да, он там за мной плавает. Ну как бы и хрен бы... Ах ты какой умный. А как туда забрался? Расскажи, я тоже туда заберусь. Пофигу. Плавает аллигатор, пусть плавает. Я просто раз и нападаю. Раз и всех сжираю. Нет, нет, нет. Я же маленькая шустрая акула. Ну что ты? Аллигаторы какие? Они неповоротливые. Они блин-блин. Блин-блин. А я брым-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Брым-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Поплыли вон туда. Плюс еще немножечко такой, знаешь, экшончик. Есть.
Так, нет, к аллигатору мы не плывем. А ты видел, рядом с аллигатором такой ящик, по-моему, стоял? Из-за интенсивного истребления хищников в паутике увеличилась популяция самов, что ничуть не расстраивает аллигатора-разбойницу Рос. Где эта щука? Щука, ты что на меня смотришь? А кто там? Рози какая-то была? Это что за Рози? Мы на новой локации. А, это лодка светилась. Я думаю, что рядом с аллигатором светилось. Так, ребят, давайте пока... Вон, видишь? Ящик. Ах ты ж мой золотой! Есть! С момента рождения так, холодные, бесстрастные глаза акулы постоянно разыскивают пищу. А можно как-то это сломать? Я не знаю зачем, но просто вот... Не, нифига не ломается. Железная шайтан машина. Ни хрена не сломаешь. В общем, давайте на этом остановимся. Продолжим в следующей серии. Вроде прикольная игра, мне так пока нравится, кровавенькая, как кровяная колбаса. Я что хочу, надо же эволюционировать, но мне не хватает, если не ошибаюсь, моих значков. На что я там, на L, да? Да, 1400, а надо 2000. Но это ладно. Это продолжим уже в следующей серии. Спасибо тебе огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком, пиши комментарий, подписывайся на канал и будь счастлив. Не переключайся. До встречи в следующей серии. Пока-пока.